Выпавший снег используют с толком. Управляющие компании «Люберец» сделают во дворах горки для катания из собранного снега. Такую идею предложили в администрации представители местного управления благоустройства. Вместо того, чтобы вывозить собранный снег, управляющим компаниям предложили поступить более изобретательно. Так, крупнейшие предприятия «Люберец», «Лук» и ЛГЖТ сделали из чищенной белоснежной массы горки во дворах на радость жителям. Заснеженные спуски уже появились на улицах Космонавтов, Шоссейной и на третьем почтовом отделении. Нашли приспособление снегу и обустраивают горки ледяные для детей. Таким образом, нету навалов снега, только единственное уточнение, чтобы этот снег был без реагента. Дети очень довольны, таким образом мы ликвидируем снег, навалов нету, и как бы мы даем жителям лишний раз не злиться на нас, не ругаться на то, что у нас навалы, а наоборот. Стоит отметить, что от предприимчивых крупных управляющих компаний не отстают и небольшие, такие как «Техстрой». В Миннеполисе «Самоцветы» теперь, кроме стандартных игровых комплексов, есть и ледяная горка. Своей фантазией также отличились и жители одного из дворов на Октябрьском проспекте. Собственноручно каждый год они возводят целый снежный городок. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.